нифига там борт не выходит. Надо слишком сильный штурм для них. А борт и выйдет. Посмотрим. А штурм хороший сегодня разыгрался. Вот они, орехи. Вороны их подбирают, бросают на асфальт. Орех разбивается, они им питаются. Вот еще орех. Уже разбитый. И еще орех. Ну, больше не вижу. Наверное, я опоздал, вороны все собрали. Еще один орех. Пока ходил, смотрел. Опа! Уже 3 штуки. Как Боря вылизывает пляж.
качай. Сообщение, что они в море видели обломки беспилотника. Если они его подобрали, то значит это он у них. А если не подобрали, значит он должен выкинуть на берег. Специально иду по всему пляжу после обеда посмотреть, не выкинул ли в море какой-нибудь подарок нам. Пока ничего не нашел, кроме двух орехов. Трех людей. Кроме трех орехов ничего не нашел пока. Обломки беспилотника нету, а вот орехи и пробки уже много нашел. Домой приду, все выкладу. Вот, покажу сейчас. Видите, складываю сюда. Складываю в сумку. Покажу, сколько набрал. Что еще? А это орех такой. Странно. Орех такой круглый. Непонятно какой. Ладно, берем. Вот такой урожай собрал вдоль моря во время шторма. Но это только третья часть. Я вот слишком поздно начал собирать. Надо было сразу начать собирать вдоль реки, а потом вдоль берега.